Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы хотим познакомить вас с Агатой Мистери, главной героиней цикла детских детективов итальянского писателя Стива Стивенса. Сэр Стив Стивенсон – современный детский писатель. Его книга про Агату написана в детективно-приключенческом жанре и пользуется огромной популярностью среди детей по всему миру. Сюжеты книг захватывают с первой страницы. Юных читателей ждут расследования, тайны и приключения. На самом деле, Стив Стивенсон – это псевдоним. Писатель взял его в знак уважения к любимому писателю Роберту Стивенсону, создателю «Острова сокровищ». По образованию создатель Агаты Мистери – психолингвист и несколько лет проработал в Болонском университете. Через некоторое время писатель понял, что на самом деле его призвание – детская литература. Взяв псевдоним, он написал свою самую известную серию книг об Агате Мистери «Девочка-детектив». Агата – 12-летняя девочка, обладающая потрясающим чутьем, отличной памятью и наблюдательностью. Она запоминает и записывает все, что видит и с чем сталкивается. В будущем она мечтает стать самой настоящей писательницей детективных романов. Ну а пока помогает брату отгадывать различные тайны и самые настоящие преступления. Двоюродный брат Агаты, Ларри Мистери, учится в школе детективов и постоянно получает задания в разных концах света. Порой эти задания такие сложные и запутанные, что одному ему никак не справиться. На помощь Ларри приходят его помощники – дворецкий мистер Кент, вредный сибирский кот Ватсон и, конечно же, сестра Агата. На русском языке вышло больше 30 книг. Каждая история пронумерована, чтобы читателям было проще следить за развитием сюжета. Однако их вовсе не обязательно читать по порядку. Давайте познакомимся с некоторыми книгами. Агата Мистери. Загадка фараона. Египет. Долина царей. Группа археологов готовится объявить миру о находке гробницы таинственного фараона. Это открытие могло бы стать величайшей сенсацией. Но, к сожалению, бесценная табличка с указаниями, как найти гробницу, похищена. И эту загадку под силу разрешить только будущим детективам Агате и Ларри Мистери. Агата Мистери. Бенгальская жемчужина. Из храма богини Кали в индийской деревне Чутока похищена легендарная бенгальская жемчужина. А хранитель храма исчез в неизвестном направлении. Найти уникальную реликвию и расследовать загадочные преступления – новая задача для Ларри. Конечно же, в путешествие вместе с ним отправляется и его сестра Агата. Агата Мистери. Кража на Ниагарском водопаде. В роскошном отеле с видом на Ниагарский водопад произошло чрезвычайное происшествие. Канадский вор ограбил сейф знаменитой певицы и скрылся, перехватив драгоценности, стоящие немысленных денег. Только юным сыщикам по фамилии Мистери по силам раскрыть дерзкое преступление. Агата Мистери. Преступление на десерт. Супер-преступление на супер-шоу. На старинном пароходе, плывущем вниз по Миссисипи, снимают популярную кулинарную программу «Чародей кухни». Величайшие повара мира соревнуются за звание сильнейшего. Гвоздем шоу должен стать финал конкурса – приготовление десерта по рецепту из неизданной поваренной книги Марка Твена. И, о ужас! Бесценную рукопись похищает неизвестный злоумышленник. На помощь спешит команда детективов в составе Агаты, Ларри, мистера Кента и Ватсона. Им предстоит пуститься в плавание по Миссисипи, разгадать тайну пропавшей рукописи, а заодно отведать изысканных десертов, приготовленных лучшими поварами планеты. Агата Мистери. Миллион за птицу Додо. Наконец-то все экзамены позади. Счастливый Ларри принимает поздравления с успешным окончанием учебного года и распаковывает подарки от родственников. И вдруг раздается звонок от преподавателя из школы детективов.
Герои снова отправляют командировку. К счастью, лететь никуда не нужно. На сей раз преступление произошло неподалеку от Лондона, в Оксфордском университете. Незадолго до защиты диплома похищен студент Седрик Куинси, отличник и сын состоятельных родителей. Теперь мистеру и миссис Куинси придется выложить целый 1 000 000 фунтов стерлингов. И что самое удивительное, выкуп потребовали 2 разных похитителя. Ларри, Агата и их команда устремляются по следу пропавшего юноши. Оказывается, что в этом загадочном похищении таинственным образом замешана давно вымершая птица Додо. Агата Мистери. Непредвиденный казус в Барселоне. В один ненастный день накануне сложного экзамена Ларри Мистери получает неожиданное и совершенно секретное поручение от своего преподавателя в школе детективов. Чтобы выполнить задание, он должен отправиться в Барселону, где никогда не был, встретиться там с человеком, которого никогда не видел, и передать ему пакет, содержимое которого ему неизвестно. Помощь в таком непростом деле никогда не помешает. А кто лучше Агаты разбирается во всяких хитросплетениях и загадках? А загадки начинают сыпаться на друзей сразу же по прибытии в прекрасный город на испанском побережье. Агата Мистери. Загадочное происшествие на Винском балу. Ларри Мистери не самый успешный ученик в своей школе детективов. Но вот танцевать чечетку у него получается неплохо. Только вот на Винском балу, куда его отправляют с новым заданием, принято вальсировать. Правда, танец – это лишь предлог, неотлучно находиться при юной аристократке Хлои. Задача Ларри – охранять бирманскую слезу, уникальную фамильную драгоценность, которую девушка наденет на свой первый бал. Разумеется, драгоценность очень быстро исчезает из-под носа незадачливого сыщика. Но от проницательного взора его сестренки Агаты ничего не ускользнет. На этом наш обзор подошел к концу. В нем мы представили вам лишь малую часть произведения «Приключения Агаты». Ждем вас в библиотеку за новыми книгами, из которых вы узнаете о других приключениях Агаты и ее брата.